Так, ежемесячное минимальное пособие по уходу за ребенком теперь составляет 6752 рубля, вместо прежних 1500 рублей за первого ребенка и 3000 рублей за каждого последующего. Минимальный размер пособий увеличен с 6000 рублей до 13504 рубля. Пособие смогут получить неработающие граждане, в том числе студенты. Также закон защищает выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 16 лет от взыскания долгов по суду. С 1 июня началось перечисление единовременных выплат по 10 тысяч рублей на детей, которые в период с 11 мая по 30 июня 2020 года исполнилось от 3 до 16 лет. Для получения выплат родителям достаточно подать заявление на сайте госуслуги до 1 октября. Мера введена президентом Российской Федерации для поддержки семей с детьми на фоне кризиса из-за коронавируса.